покое, нас никто никогда не оставит. Реально вот поднимается Россия, только-только. Ну вот хочется чего-то более теплого от государства, а не от климата. Враги России давно существуют, это было, есть и будет. Соединенным Штатам Америки очень выгодно устроить войну на евразийском пространстве, где-то у нас, для того, чтобы нанести удары и по нам, и по Европе, и по Китаю одновременно. Сегодня у нас напряженные отношения, завтра у нас хорошие отношения. Как строили коммунизм раньше, так и сейчас будет гораздо все интереснее. На все нужно время. Санкции ничем серьезным России не грозят. Суверенное государство России вполне может эти санкции пережить и даже извлечь из них пользу. Мы сможем любому из Гарварда придурку объяснить, что мы строим светлое будущее. Это очень опасный путь, но это благородный путь. Мы в своей истории видели вообще все. Ничего у наших геополитических противников не получится, ровно так же, как не получалось до этого. Просто верить, как нас призывают, нельзя, надо действовать. Вера без дел все-таки мертва. И не надо нам мешать. Но нынешняя власть даст очень сильную базу для развития полноценного будущего спасения всего мира. И как можно больше тянуться к Богу, тянуться к вере. Будущее России неизбежно прекрасно.